Вот я, если побегу, мне надо на сколько убежать, чтобы вы меня не попали? Ну, на какую дистанцию? А из какого пистолета? Да вот из вашего пневматики. Из пневматики? На 40 метров надо бежать. Все, да, потом уже можно спокойно кричать что угодно, метров с 50. Ну, я бы, конечно, вообще бы этого не делала на вашем месте. Ну, я да, я постараюсь, я просто на всякий случай. В пятерке вы не попадали, ну, в молоко на соревнованиях не попадали никогда, да? В юности. Страшное дело, да, если в молоко попадаешь? Да, волнение сильное. Ну вот, а за сколько вы вот так вот, как ковбой, достаете пистолет? Я так вам не доставала. Ну, ни разу не пытались? Нет. У нас и нету ни кобуры, или как это называется. А вы за пояс так держите? Нет, не надо. Зачем? Зачем? Ну, круто же будет для зрелища. Не хотелось никогда соперника попасть, а не в мишень? Хоть нет, это баллов нет. Мало, но зато выигрыш-то больше. Нет, это что? Это даже не... И на охоту вы не ходили, да? Нет. То есть миролюбивы? Очень. Серьезно? Птичек, собачек. Всех люблю. А голубей с балкона? Нет. Нет? Нет. Тренировка? Нет. Да что ж такое-то? 10 метров.